Позиция главы города Сергея Сергеева – разрытия на улицах курорта должны быть восстановлены. На жестком контроле все случаи разрытия, на которые были выданы разрешения, чтобы на гостевых трассах Анапы все работы проводились в кратчайшие сроки. В декабре прошлого года первый заместитель мэра Светлана Яровая доложила о введении новых правил выдачи разрешения на разрытие. Отныне разрытие я предлагаю выдавать разрешение только при наличии договора на восстановление, но не того формального, который мы сегодня с утра обсуждали с Владимиром Ильичем. Не надо там 3 страницы, достаточно одной, на которой будет написан конкретный срок восстановления, приложена смета, из которой мы видим, что именно будет восстановлено, то есть сумма. И, соответственно, гарантийные обязательства. Разрытие на Симферопольском шоссе от заправки «Лукойл» до русла реки Анапка прокладывают инженерные сети для заказчика Министерства обороны. На Симферопольском шоссе ведется разрытие одной из самых крупных в городе Анапа. Оно проходит на въездной трассе. В связи с этим, конечно, мы стараемся делать это так, чтобы это было в максимально сжатые сроки проводилось и причиняло минимум неудобств для граждан. В Анапе постоянно ведется строительство новых объектов, возводят здания и жилые дома. К ним ведут коммуникации. Разрытия в городе неизбежны. Но чтобы они причиняли минимум неудобств анапчанам и передвижению транспорта, такие работы проводят всегда только в зимнее время. На Симферопольском шоссе восстановительные работы будут завершены в течение 3 месяцев. До начала курортного сезона все полотно восстановят. Но не все подрядчики выполняют условия договора. Возникают нарушения по срокам сдачи, качество работ. У нас было на улице Ивана Голубца разрытие. Задержка была с разрытием, и устранение было не совсем квалифицированно сделано. Был провал после этого. Все устранено, опять же, все подсыпано, все сделано, и асфальт заасфальтировано. Специалисты управления ЖКХ и муниципального контроля пристально следят за всеми разрытиями в городе, чтобы работа выполнялась без нарушений в минимальные сроки, в соответствии с требованием администрации города-курорта.